Ребята, всем привет! Сегодня у нас охота на щуку. Был я на этих выходных на утку. Два раза выезжал. Один раз подхода ходил, второй раз с чучелами. Ничего не добыл ни на одной из охоты. Уток видел, утка не улетела. Ну, просто так сложились обстоятельства, не повезло. Но стало поменьше, стабунилось сильно. У нас открытие на зайца, все ждут заячьей охоты. Я уже взял путевку. Ждите уже видео с открытия охоты на зайца, а пока щука, чтобы вы не забывали меня. Я, кстати, часто езжу на рыбалку, просто не снимаю, как-то, ну, не заходят мои видосы, что ли, про рыбалку. Пишите свое мнение по этому поводу, про мою эту рыбалку, про снимать мне рыбалки. Ну, я как бы иногда снимаю под настроение, но на рыбалку вообще, на рыбалку я езжу часто, раз в неделю, как минимум, на рыбалке бываю. Такая канава, здесь я первый раз вообще, ну как, не первый раз, но щуку ловлю в первый раз. Я знал, что она заросшая, там дальше есть кусок чистой с того конца, там постоянно рыбачит народ. Я думаю, заеду с этого конца и с лодки побросаю. Ну, я думаю, что есть шансы, что тут должна быть щука, потому что там постоянно ставят жерлицы, кидают, ходят спиннинги, поэтому я решил зайти по-хитрому с другого конца и с лодочки. Все, вперед. Так, ну что, первые забросы. Щука тут есть 100%. Вот уговорим мы ее или нет, это другой вопрос. Трава везде. Воронку подцепим. Довольно таки чистая вода, и везде есть укрытие для хищника. Прям трава поверху. О, там какая-то. О, есть, 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 первая. Первая, первая, первая. О, вроде неплохая. Вроде неплохая. Вот она тут пасвила мелочь. О, как ее видно хорошо. Ну, неплохая. Неплохая. Тише, тише. Такую мы забираем, если дотащим. Дотащим. Такая грамм. Так, дотащим. Не буду под сак брать. Опа. А, хороша. Она тут гоняла мелочь, я ее сдалека... Ну, как ее... Я сдалека заметил, что что-то мелочь гоняет, и решил, что тут щука есть, и вот она есть. О, да. Взяла на Монтеру 110-ю. Ну, давай, отдавай уже. Хорошая. Не, ну такая, килограмма нету, но... Ну, не мелкая, короче. Для наших канавных мест это размер отличный просто. Тихо. Она тут пасла эту мелочевку. Прям набросилась на наш воблер. Я его продергивал сверху, там снизу трава, эти ежи такие. И вот она ухватила. Да, надо с поднятым спиннингом твичить, потому что цепляет эти ежи. Ну, где-то она с этих ежей и выскочила.
Опа, прям на глазах схватило. Это серьезная рыбина. Прям вылетела на глазах на паузе. Вот это да, вот это я понимаю. Так. Хорошо. Вот монтерка работает. Да, травы, конечно, тут. Ну, тут сюда можно будет зимой поплавать, посмотреть. Ой, что тут да как? Это лебединое, наверное, перья все-таки. Ну, здесь поглубже, кстати. По идее, насколько я понимаю. Поглубже, да не поглубже. Да вверх твищи, да и все. Потому что трава на каждом забросе, считаешь. О, вылетело. Бляха, шнуры тут вообще серьезные. Шо воблер? Вы что тут не доедаете или что? Момент бросается. Шнурик, Я на другой канаве ловил недавно, блин. Ну там шнуры побольше. Там тоже шнуры как бы клевали, но не такие. Так, ну может попробовать, да? Этот самый инквизитор. Этот самый инквизитор. С десяток сделаю забросик. Его там так растопырило, что я даже, ну... Я подумал, что это трава, а не рыба. Ее на три крючка воблера как зацепило. Есть. Есть. Выманил. Тоже такой же шнур, походу. Такого же размера. Блин, он показал, он просто в траву зашел. Сразу показалось. Что это тут за шнурляндия такая? Вообще. Давай, вали. Сразу показалось, что неплохая рыба. Потому что он, ну, травы на себя нацеплял. Но я хоть понял, что это рыба. Какого там бы они размера ни были. Не то, что они клюют. Это, блин, конечно, супер. Поэтому. Да, все-таки будем опять монтерой ловить, потому что ей поудобнее твищить вверх. Инквизитор тоже клюет. Конечно, 2 часа на рыбалку это мало. Чтоб тут хорошенько все обплыть, оббросать, надо было бы побольше времени. Ого, вот это был выход, конечно. Сейчас мы туда же бросим. Кстати, я вот неделю назад словил щуку. Ну, не сильно, не крупную, меньше килограмма она весила. Грамм 700 такая. И у нее была мышь внутри, в желудке. А жаль. А жаль, не доловилась. Такое ощущение, что всю траву сюда согнал. В это место. А как на... Есть, есть, есть! Только хотел сказать, а как насчет рыбы? И тут хоп, поклевка. Поклевочка.
Поклевочка, это побольше. Шнурок. Тоже шнурок, только побольше. Но злостно так взялся. Ух. О. Иди сюда. Не, нормальная рыба, ну, съедобная. Я такую беру. О, хорошая. Ну, хорошая. Вот такая. Я такую беру. Отличненько. Сделали ей небольшую стоматологическую операцию. О. Хорошие щупочки. Облака находят, сразу холоднее становится. Так, а вот здесь вот мы зайчика ходим. Иногда теребонькаем. Короче, тут все заросшее. Поплыву назад. Может еще шопа. Точнее, не орбит, тоже инквизитор. 80-й. Посмотрим, что он там нам покажет. Обязательно я еще сюда приеду. Нормальные щучки. Что 2 часа для рыбалки, это мало совсем. Так уж получилось. В следующий раз сюда пораньше постараюсь приехать. Блях, этот ветер не дает нормально рыбачить. Ух, там был выход такой. Офигеть! Офигеть! Еще она так сдалека, блин, пошла за этим воблером. Промазала. Она промазала. Такой вскользь. Где-то в поводок вот выгнула, попала. Вот так, кажется, приехал. Так солнце светит прям день-деньской. Это осень, раз-два, все, и оно зашло. 2 часика всего половил. Ну, вполне себе нормальная рыбалка сегодня получилась для 2 часов. Конечно, чтобы я еще 12 сюда приехал и так планомерно до конца доплыл, посмотрел все. Но это я еще сделаю, поэтому пишите свое мнение, что считаете по рыбалке. Стоит выпускать видосики по рыбалке или так и оставить раз в полгода какую-нибудь рыбалку. Ну, пишите свое мнение. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал и увидимся в угоде уже на заячьей охоте.